Показывает ли МРТ смещение атланта? Да, достаточно хорошо показывает. Я встречаюсь с такими ситуациями, к сожалению, что когда пациент впервые попадает на МРТ, и специалист не всегда знает, как правильно его посмотреть, бывает описывать, что все хорошо. Но когда мы открываем диск, я целенаправленно показываю пациенту, на какую область посмотреть и сравнить правую сторону и левую сторону, то есть симметрию посмотреть, насколько позвонок симметричен. То есть при том, что в протоколе написано «все отлично, все хорошо», мы своими глазами видим, что позвонок смещен и даже сдавливает сосуды в некоторых случаях. Поэтому МРТ очень хорошо показывает, да, смещение позвонка. Поэтому здесь вот... Да, у нас специалист по МРТ должен быть хорошим доктором, то есть разбираться в анатомии и так далее, да, и плюс хорошим фотографом, наверное, да, то есть настроить там все эти яркости, тона там и так далее. Вот, вот эти две профессии, они, ну, то есть тоже редко встретишь, то есть человек либо фотограф хороший, либо доктор там, то есть поэтому нужно быть внимательным и желательно сначала обратиться к атлас-специалисту, ну, там, что коррекцию атланта может делать, да, чтобы он написал направление на МРТ, чтобы МРТ у человека, который будет делать МРТ, у него было четкое, внятное такое техническое задание, что нужно сфотографировать, как там и так далее. Вот. Да, вот потому что, я говорю, добавлю. Эта тема атланта, она, к сожалению, в медицине никак не обсуждается. Ну, ее просто нет. Если только в детстве, это можно обнаружить, что, например, ребенок упал, ударился шеей, затылком, написали подвывих, только специалисты в детстве за этим занимаются. Во взрослом жизни проблем атланта, к сожалению, не существует. И нет запросов от специалистов посмотреть этот позвонок. И поэтому у врачей МРТ нет того опыта, как правильно это описать. Вот. В части случаев в Астрахани я прошелся по МРТ-центрам, которыми, соответственно, мне ближе всего работать, и попросил их, указал, как технически необходимо его посмотреть, что описать. Поэтому вот ряду центров, с которым специалист уже проконтактировал, сказал, что нужно, тем можно доверять. То есть, ну, не всем МРТ, которые, описание, которое вы получаете, то есть они соответствуют, не всегда соответствуют действительности. Слушай, ну ты молодец, сам такую работу проделал. Я думаю, что даже где-то в Астрахани теперь лучше будет диагностика полнее даже, чем в Москве, потому что у нас такой работы не было проделано с МРТ-центрами ближайшими. Я думаю, надо мне озадачиться этим вопросом. Ну да, вот. Потому что у ряда пациентов возникает вопрос. То есть я отправил, человек сделал МРТ, и ты показываешь человеку кривая голова, кривые плечи, кривой таз, кривые ноги. А он говорит, у меня в МРТ все хорошо. Че, доктор, ну, обманываете меня, все хорошо. Я говорю, ну, пожалуйста, говорю, раз доверяете врачу МРТ, идите лечитесь у врача МРТ, ну-ка, какие там, к неврологам обращайтесь, какие-то другие ситуации ищите. То есть при очевидных, соответственно, перекосах люди, соответственно, думают, что что-то не так. Да, есть еще такой немножко философский такой подход, да, когда вы делаете что-то, и оно, ну, вы идете к какой-то цели, хотите какую-то цель достичь, например, там, оздоровиться или стать здоровым, вот, получить здоровье, и вы делаете какие-то действия, и они не дают результата, то самым глупым решением будет продолжать делать те же самые действия. Если вы ходили по врачам, там, по неврологам, и у вас проблема так и не решилась, то, ну, как бы, и вы опять идете к неврологам, то есть, ну, это довольно глупо даже с точки зрения философии. Вот. Придите к нам, попробуйте что-то другое. Не надо долбиться в одну точку в стене, да, если там двери нету. Ну, понятно же, что не откроется стена. Надо чуть левее взять или правее. Вот, попробуй что-то, другую тактику немножко. Да. Но опять же, я говорю, тоже так же хотел поднять вопрос по поводу атланта, что атлант, это, говорю, лишь элемент. Да, значительный элемент, но это лишь элемент. Ну, да. Причинно-следственная связь есть определенная. Например, у вас есть батарея в доме. Вы уехали в отпуск, у вас слабенькая прокладка. Вы до этого не поменяли. Знали, что она слабенькая, но уехали в отпуск. Дали давление в трубы, произошло, соответственно, вылив жидкости, себе полы залили, соседу. Приехали, соответственно. Что нужно делать? Соответственно, нужно поменять прокладку. Точно так же, как и сказать, что поправить атлант. Не поправив это, соответственно, сказать, что будут какие-то улучшения, что вы сделаете ремонт у себя, у соседа, а прокладка останется такой же дырявой, как она и была, соответственно, ничего не решит проблему. Поэтому поменяли прокладку. Время от времени делать регулярно. Да, да, да. И говорю, поменяли прокладку, и только после этого вы можете заниматься другими вещами. Сами они себя не сделают. Поэтому сломанное тело, соответственно, поправив позвонок, надо дальше заниматься всем остальным. И мышцами, соответственно, и гимнастикой, и упражнениями. И принимать витамины. Да. В этой части.
Просто у нас люди думают, что поправил атлант, ты автоматически становишься здоровым, что через месяц, через три ты пришел, а у тебя все тело прекрасное, там, пышет здоровьем, все такого формата. Поэтому я к тому, что поправили атлант, и нужно дальше идти к своей цели оздоровления организма, потому что нет волшебной пилюли, а ее не существует. Нужно заниматься собой. Да, у нас на самом деле, мне иногда люди рассказывают, говорят, вот, да у нас менталитет такой. На самом деле, я очень много путешествовал, я могу сказать, что такой менталитет не только у нас. Он по всему миру, у всех людей. Все люди ищут волшебную таблетку. И в Америке я был там, и в Израиле, и в Швейцарии там. В Израиле особенно, наверное, там вообще приходишь, тебе говорят, а что, я вот у меня еще вот там лысина там не прошла, там волосы не выросли, почему? Я говорю, а вы хотите, чтобы еще и волосы выросли? Ну, это будет отдельный цикл, и он стоит других денег. Ну, евреи просто очень вопрос денег понимают сразу. Вот, то есть, да, это не волшебная таблетка, она не является ответом на все вопросы о здоровье, хотя все, что касается опорно-двигательного аппарата, там, структуры распределения нагрузки, да, это 80%, не знаю, может больше, это действительно вопрос по атланту. Вот. Плюс сосудистые нарушения, все, что связано там, с сосудами там, головы, шеи, вот. А это очень большой спектр заболеваний тоже. И из-за того, что коррекция атланта решает такой большой объем задач, да, по здоровью, то иногда складывается такое ложное мнение, что оно вообще является как раз той вот таблеткой волшебной, которая сейчас все решит. Нет, она все не решит. Поэтому, друзья, включайте разумность, включайте объективность, и, ну, как бы, не бывает так, что вот раз там выиграл лотерею, и все, теперь я проживу 150 лет и болеть ничем не буду. А вот и нет, придется немножко попахать. Да,